грузинского фестиваля Тбилисоба Баржоми. Республику Беларусь и Грузию издавна связывают самые теплые и дружеские отношения. Белорусы с удовольствием отдыхают в Грузии, ну а Республика Беларусь стала вторым домом для многих грузин. И сегодня у нас с вами есть уникальная возможность окунуться в атмосферу удивительной Грузии, не покидая родную Беларусь. Для торжественного открытия праздника на сцену приглашается председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Викторович Шорец. Государственный министр Грузии по вопросам диаспоры Гела Думбадзе. Директор по маркетингу IDS Боржоми Татьяна Сырцева. И чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Республике Беларусь Давид Константинович Катария. Уважаемые минчане и гости столицы, я рад приветствовать вас на втором, ставшем уже традиционным для города, празднике Тбилисоба. Это мероприятие в прошлом году положило начало череде мероприятий, которые проводят династии. И уже прошла российская, украинская, польская, корейская, армянская и завершит этот сезон азербайджанская диаспоры, которые на площадке в Верхнем городе показывают свою культуру, кухню, обычаи, историю. И сегодня Грузия в очередной раз покажет нам свою многогранную культуру. На сегодняшнем мероприятии несколько направлений. Это и мастер-классы по ряду направлений. Это